Всем доброе утро, ребят, вчерашним танкистам, CSGO-щикам, любителям трэша. В общем, сегодня у нас на русском сервере наконец-то обновили акции. Я не буду называть это на букву Х, ну, будем считать, что это халява. В общем, добавили вот такие вот карты богатства. Ну, по сути, вроде и классная, но для бездоната, да, это халява, да, это круто, но здесь были реально раньше топовые плюхи, были эмблемки 5-го левела, там 3-го левела, но эмблемы самые важные, и они это убрали, они добавили нам вот такие вот плюшки, ну, я не знаю, извороты эти в них, ну это опять же, у меня там тройка вроде и выпала, там желание уже закрыт. А, это у меня на этом, на сардельке тройка выпала. Извороты тут получу, не получу, но хрень. А вот реально были мешки с эмблемами, они их убрали, они добавили вот эти вот мешки, юбилейные сумки. Честно скажу, фигня полная. Эти камни могли бы поменять. Ну вот единственная сущность мастера по 15к, 300к, вот это если повезет, это еще хорошо. Ну льдышка, как вариант, но льдышка и первого левела в принципе хватает. Вот. Давайте сейчас заберем. Также добавили плюшки на день замка владельца. Сейчас тоже их покажу. Так, хрень полная. Полная хрень, короче. Набор сокровищ, день замка владельца. Поехали, покажу вам. Ну, вот, как видите, у нас все-таки опасения оправдались. Пока персонажа нету. Возможно, в ней как-то другой акции добавят, но пока ждет акция 1 плюс 1. Как-то странно, на всех серверах она идет там один раз, два раза в неделю. На русском сервере это только в эти дни праздничные 1 плюс 1 делают. Ну, еще там бывало делали. Ну. Они акцентируют на этом внимание, что это типа мега-акция. Покупка любая самоцветов, ежедневный бонус. Только единственный один лимит на аккаунт. То есть получается то же самое, что по сути и сейчас есть. То есть покупаешь пак, тебе дают бонус. Восьмая эмблема, две сумочки, ну вообще ни о чем. Ники, вот самое ценное, это конечно же, наверное, 1000 самоцветов и рунки. Ну карту, это понятно, короче. В принципе больше ничего такого. И подарок за вход. Сейчас мы пойдем туда, посмотрим. Может там хоть что-то интересное есть. Но вот эти вот карты богатства, к сожалению, что-то не знаю, не нравятся они. Мне были эмблемы нормальные. Сейчас зайдем еще на английский сервер, посмотрим, что там. Так, поехали. Поехали. Хочется, конечно, чтобы они добавляли какие-то нужные вещи, а не, блин, всякую срань прошлую, которая уже не актуальна на сегодня. Но они делают это халявой, типа мега подачи. Так, камень судьбы, ну просто мега нужная вещь. Ну вот это вот, ладно, еще согласен. Выиграйте сундук чар 1. Хорошо, согласен. Один, блять, сундук. Один сундук. Ну это разве подарок, этот один сундук? Ну вот знаете, такое чувство, что они кормят какими-то такими мегаплюшками, и просто мы зажрались уже. Ну просто один сундук дать, это нечто 5-го левела. Просто мега подарок, ящик славы, карта статуи 5-летия. Нафига оно мне, вот реально, эти ящики славы? Ну вот это вот, это просто пипец. Один сундук 5-й, да, это просто, ну, no comments, ребят. Просто жесть. Ну, камешек, ладно, на прокачку. А так реально полная хрень, как по мне. Ну вот напишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Больше ничего на русском сервере нет. Открылся у нас смотр.
Попробуем смотра сегодня побить. Поехали дальше. Поехали на следующий вариант. Что там у нас? Английский сервер. Идем посмотрим, что у нас сегодня есть на Англии интересного. Ну, тут базар как базар. За 10 баксов отличнейший пак. Уже даже за 5 баксов влепили по 20. Вот посмотрите, как, какие сундуки. Вы скажете, блин, да это донат. Так этот донат, блин, 5 баксов, это ни о чем. Но зато вы получаете не подарок один, блядь, пятый этот. Так, хрусталька. Вот такое себе. Перевернуть карту, льдышка 50. Ну, все те же плюхи, ничего не поменялось. Короче, ничего не поменялось. Поехали, зайдем сюда, посмотрим в эти акции. Ну, то же самое. Блять, ну реально, ну просто один пятый. Это просто пипец. О, есть акция вот такая вот. Наконец-то они добавили ее сюда. Восьмая эмблемка, в принципе, вот, неплохо, неплохо. Вот тут опять же плюшки не поменяли. В основном, видите, падает 100 кулаков. Выше даже не поднимается. Поэтому эту акцию тоже бессмысленно играть. Как по мне. Еще забегу на немку, гляну. А, на немке еще не обновили. Пробежим на Тайвань. В общем, такие вот плюхи, я не знаю, блин, этот один сундук, лучше бы они давали третий, четвертый, там по 5 штук, и вторые, нежели вот эту вот хрень. Просто порезали тупо акции для бездоната. Вот предыдущие акции, как по мне, были намного круче. Кому нафиг сдался этот один сундук? Толку от него вообще никакого. Так, здесь у нас затрату. Здесь ничего нету пока. Ну вот, 100 яиц за 3000. Ну, в принципе, круто, круто. Хоть что-то. Здесь нету за вход. Как-то странно. Наверное, добавят после 7 вечера. Так, ничего такого интересного нету. Железка, СО, первые сумки. Вот даже дали бы первые сумки с расколом, это было бы намного лучше, чем та третья срань, вот реально. Потому что эти третьи сумки, они реально и не туда, и не сюда. То есть там... Да, это плюхи, это халява, но куда тут изворот, блин, девать? Раскол еще, ладно, на архидемона можно применить. Но, блин, вот эту вот дичь, я не знаю. Как по мне, блин, просто похерили даже акции, которые были реально нормальные раньше. Уже не говорим о том, что героя, скорее всего, не дадут. Потому что поняли, что халява, и потом им нечего будет делать. Все будут просто ждать замковладельца. Но вот это вот, я не знаю. Ну, изворот мы получим
эмблему отсюда вытащить, ну, в принципе, как вариант можно там. Да, классно все. А, карта созвездий, я думаю, здесь такие шансы будут, что вот сейчас мы попробуем. Может повезет, посмотрим, какая будет следующая плюха. Но это такое, это в любом случае, да, это хорошие плюхи. Но раньше эмблемы были намного лучше, потому что эмблемы падали хорошо. Я отсюда и ремку был вытащил, и оживу был вытащил, и нормально все было. Ну, короче, вот так вот. Пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Бомбите. Всем удачи, всем пока.